Родилась и выросла я в Крыму, возле Одессы. Когда началась война, в первые дни слушала радио. Поняла, отступаем. Когда впервые увидела раненого, упала в обморок. Потом прошло. Когда первый раз полезла под пули за бойцом, кричала так, что, казалось, перекрывала грохот боя. Потом привыкла. 25 декабря 42 года. Завязался бой. На нас двинулись танки, но их остановила артиллерия. Немцы откатились назад. На ничейной земле остался раненый лейтенант, артиллерист Костя Худов. Санитаров, которые пытались вынести его, убило. И тогда я, сняв ушанку, стала во весь рост. Сначала тихо, а потом все громче запела нашу любимую довоенную песню. Я на подвиг тебя провожала, над страною гремела гроза. Я тебя провожала, но слезы сдержала, и были сухими глаза. Умолкло все с обеих сторон, и с нашей, и с немецкой. Подошла к Косте, нагнулась, положила на санки волокуши и повезла к нашим. Иду, а сама думаю, только бы не в спину, пусть лучше в голову стреляют. Вот сейчас, сейчас, последние минуты моей жизни, сейчас. Интересно, я почувствую боль или нет? Как же страшно, мамочка. Редакция немецко-фашистских войск в районе Сталинграда.